Просто, надоело. ну нет, не то, что даже надоело, но просто хочешь немножко расслабиться, просто много работы, тем более Москва, это суета, так много всего. Вот звонит человек. Подожди, я взял трубку. Алло. Здорово, это Арчи. Ой, это хорошо. Да, Да, здесь. слушаем. Ты сейчас реально просто бухой и в камеру, блядь, не надо прекращать, потому что ты там хуеплетом кого-то называешь, вопрос задаешь, или ты там хуеплет, или что. Красиво, вижу, да очень. Не, ребят, хорошо, если вы считаете, что это, ну, неприемлемо, мы прислушаемся к вашему мнению, действительно. Нет, И, ребят, вы в просто чате если тоже ты напишите. такой совет, знаешь, ты вот недавно начал смотреть, пересмотрел твои вроде видосы, да, все это, ну, нормально мне. На мой взгляд, нормально делом вроде занимаешься, там правовые ликбез туда-сюда, много полезного. Но то, что сейчас идет в стриме, бля, я тебе говорю, вот ты просто, Артур еще адекватно себя ведет, ты уже все игры сыграешь. Так вот, Артур с тобой сейчас разговаривает. Ну, мы тебя услышали, мы мнение каждого, ну, ценим. Мы услышали, хорошо, будем понимать тоже. А Хорошо, так хорошо. вот, удачи А ты вам. откуда? Ты откуда сам? Татарстан. Привет Татарстану. Салам, как говорится. Передаю рупор Святославу. Я здесь. Все, давай, на связи еще, рад слышать был тебя. Давай. Влад хорош на дюже заебал. Че говорят? Влад хорош на дюже заебал. Ребят, скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас немножечко выпили, это действительно, ну, для стрима не очень хорошо? Или, ну, приемлемо Ну, более-менее? интереснее, по крайней мере. Алло! Не, Свят! Да? Я пьяный? Ну, не трезвый, но не пьяный. Простите. Не уходи.